А чё ж? Он на починиться улетел. У меня отключены фреймы. Это понятно, что, ну, это понятно. Ну, ты говорю, лучше прервать каст. Я вот про это говорю. Отменяешь каст, блинкуешься, все. На тебе в идеале 0 стаков. Если ты там чудо-реакция, ты молодец. Ты не, даже не чудо-реакция, ты хороший игрок. Отменил каст, ты блинкнулся, все. Нет, на тебе 0 стаков. Ты даже если, такая, даже если ты блинкнешься в миллизону, вообще похуй. Выбежишь обратно. А он вообще тут нет. Не знаю. А, вроде кто-то из Дискорда вышел. Сейчас подстрел. Видишь, что а, ты его в Дискорде стаков, нету, блядь. Кстати. Он с Дискорда вышел. Помпея. Кто там? Замените. Кво вроде был в сети. Хз. Там хожу во сне, можно написать. Он спросил, но правда с сети вышел. Сейчас. Отойти на пару минут можно? Да, может, покурить 2 минуты. Хорошо. Блять, ну я вообще не ожидал, что мы сейчас будем вайпиться, что-то тупить. Люди буханули уже, нахуй, Новый год, ебать, скоро. Это потому, что фулги, почти фул гильда. Так, ДПС-то нормально. Так, ну ты вспомнил, на прошлой неделе мы ходили. У нас человек 15-14 из гильды было, остальное пуги. Там вообще были... Там после другой гильдии еще были тоже более-менее сложные люди. Две гильды, можно сказать, было. Да, там две просто гильды объединились. Можно сказать, да, но они сегодня кто-то на работе и все такое. Так, он Шепард тоже в прошлый раз был, он сейчас пошел, умер под лицом босса. Угу. Я тоже туплю. Надо это как-то заканчивать. Угу. Хожу, пришел. Где? В Дискорд. Ну все, сейчас у нас будет. И в игре. Ну сейчас сова до хуя не дашь, будет хуёво. Мы тебя скушаем и заменим. Сейчас, теперь ты... Ящик есть? Ящик есть, говорю. Ящик. Чё тут варианты какие у нас есть? Так, чё рыбу, я уже... Прикумойте его. Кстати, да. Хожу, да. Да я уже что-то, блять, я уже мискликнул на тебя. Меня-то нахуя, ну что ты? Даже говорю, мискликнул, ёбаный рот. Ну вот уже 50 минут сидим, ебать. Ну чё? Ну, скоро фаска кончится. А могли бы ульду 10 закрыть? Да, отстань. Вой, ты где там? Проебался. Да? Конечно. Женя, там кто-то из сети вышел. Войт, чё там с тобой? Чё, заходить? Да, ты куда вышел? Фласку, блядь, сохраняем. Блядь, деньги на фласке сидят. Ты же мажор. Какой я мажор, блядь? Если бы я по КД, блядь, хотя бы продавал что-то 1040. Я ничего не продаю 1040. Бабки закончились тупо из-за Войтвара, блядь. Сердоли эти ебаны. Пиздец. Мне тоже не нужны. 300 баб, блядь. Че, Жень, обновлять настой, да? Ну, да пока нет. На следующий травмирую. Давай. Кто там не выпил? Они да кура. Свою поешь. Все, запускаю. Че джанки не хватало? Че ты нажал не готов? Ну, все. Набухивайтесь, пан. Даже с ДЦшником идем, это, блядь, ебать, какое упреждение. Увеличение максимального ХП по шару, без ДЦшника, блядь, заговорился. Без ДЦшника прошли. Он уже 10 раз откадешил. Все мелики залетают. Внимательно за огнем, смотрите, убегайте. Это вам я не должен, не должен говорить. Лекса, Катя. Снобальд полетел. Снобальд, уйдите с РДД, приведи. Кто там стоит? Степанида.
Заебал. Поехали. Жопу, не под лицо. Под... Все отлично. Убиваем быстрее. Сыграли быстрее, еще второй вывалится. Все играем. Снова второй в лизоне. А, нихуй, ну да. Играем все. Да он на танк, быстрей. Все быстрее должны. Заливайте, я заберу. Топ мак умер. Да, ну как так, я хуй знаю. Если бы не да, Джанки, отдавай мне. Снова их новые. Брали с нами. Чё за хуйня, вообще ничего не учитесь. Снобаль полетел. Ну куда? Сыграли. Снобаль, да. На фонте, по-моему, чуть быстрее играть. Джанки, забирай. Топ маг, где там он умер? Он где-то в очке умер. Я попробую его резать сам. Угу. Ну понятно, что тут все возле босса. С какой стороны, главное. Он возле ворот. Я вижу, блядь, я вижу. Угу. Джанки, до конца держи. Поэтому кроме каски особо ничего не надо. Так, Боб, дал. Сразу бахните массом, хотя бы там касочки хуясочки. Обдотали, обдотали. Раньше. Поехали в кислот. Веру. Лужа аккуратно. Рвота пошла. Юнит. Гросс ясно, снимите. Сарижек нет, на двоих. Вы потихонечку тоже, то есть сарижек, может телепорт нажать, чтобы максимально близко стоять. Мы правильно бежать, но все равно. Сможет второй раз. Готовимся хило. Хорошо. Слотную смотрим, добиваем. Он где-то рядышком. Вообще идеал для нас. Добиваем и сразу же рэнш набрали. Добиваем. Давай, где она нахуй? Раз все, рэнш наберите, пусть РДД добивает. Все наберите рэнш, сейчас пулемет огненный. Полетел плевок в кого-то, не увидел даже. Никого не было, сейчас еще будет. Во, а, не... а че она ебнутая что ли? Она в пету хуйнула. Вот, брызги, брызги, Кент. Кен, Степанида, бабл, Степанида, бабл. Все, хорош. Кен где-то держись далеке. Рэндж держите, скоро вторые брызги будут. Валера, нажми стяжку. Ну, БР есть, Аркрайт? В Кате, блин. Бьем, бьем, бьем. Степанида, убеги за рейда и море пиво. Прохилите море пиво, он сейчас умрет. Ты тоже там не ржись, далеко от хилов, чтобы не доставали. Лужа, отвожу. Рвота! Давайте. Хорошо. Кто там ловит рева, готовьтесь, скоро выходите уже. Данки, на тебе рев. Мы можем добить даже эту закупки. Че, по 4 альянс идем? Я. Давайте, альянс. Добиваем, ну-ну-ну. Рвота пошла на танка. Все, убили, поехали. Все к альянсу не перебежали. Джанки, держи. Дали в одну сторону, чтобы не так было, чтобы босс выпрямил. Ну ебать, через лужу кто-то побежал. Танк. Нихуя, я оббежал. Все. Готовимся. Сейчас прыгнет уже. Вы прожимки нажимаете защитный, когда он прыгает. То есть, чтобы этот удар, он подскакивает, вам не нанес. Смотрим. Рёв, кого там, блядь? Джанки. Джанки.
Ебать. Ну, у меня Ясен Пал был на моих глазах. Ну, Ясен Пал, 10 колы. Какой-то даун на него бежит просто. Давайте без оскорблений, пожалуйста. Он да, урона не было, но ты единственный, кто был в его, ну... Там еще было куча петов хантовских. Не-не-не, там прям вот именно. Ну, может, урона. Я ведь... Давайте, дамажим. Я видел на него. Коша раз, два раза ударился, но все равно убили. Джанки, на тебя опять бежит. Хорошо, вот сейчас прям очевидно, что все разбирались хорошо. Ты вам помогают, они вам прожимают скорее. Сейчас дыхнет поближе, а все. Спрыгнет. Все равно тоже сами разбегайтесь немножко веером, чтобы не летело оно все в одну точку. Там дохуя людей шанса не было. Не вижу, кого бежит. Гавр. На кого? Гавр. Вот здесь где-то. Хорошо, дамажу. Да, такое. Попотеть можно, да. На тоненького. Хуй знает. Паладину нужно будет бабу утыкнуть, когда он покраснеет. Стараться добить бабу. Ну и ты, Валера, тоже красиво. Мало ли, выдержишь тычку. Наверное, стоит. Прыгни, там надо сейчас весь ДПС лить, который у нас есть. Степанида. Степанида. Ты стоишь у стены, аккуратно. Ебать, ну, чё за хуйня? Блять. Ну ты бежал прямо в него вообще, знаешь, вот ты стоял далеко, он в тебя не бежал, и ты побежал в него. Первый тролль, у тебя есть такой отскок, нахуй, способность? Я перепутал сторону. Какие стороны, блядь? Раз, блядь. Отскок у тебя есть, да. Говорю? Ладно, проехали. Ладно, все, я ухожу, спасибо, извините. Да почему ухожу? У тебя отскок, говорю, есть, ты слышишь? Да есть, я говорю, думал, у меня попадет. Только что ты его не можешь нажать, блядь? Давайте ругаться не будем, все, тихо. Ты отскок просто нажимаешь, и все, ты в километре от него. Все, меняйте, согласен, накосячу. Норм ДПС. Мы сейчас сложно будет искать еще одного человека, просто не затупи. Давай посмотрим, кто в гильдии есть. Нормальный ДПС еще раз первый тролль уходит. А если есть, я пойду. Мне стыдно. Кого напиши, напиши, кого спроси, сможет он, нет. То он, правда, в узилище сейчас. Как бы убили. Нужно повнимательнее смотреть. Я предлагаю ввести новое правило. Погнали, брат. Все, кто врезается, чтобы в следующий раз на РТ приходили эридарами. Там блинк есть. Нереально не убежать. То есть ты... Тут сейчас дело не в блинке было. Тут разницы не будет. Он сделает блинк прямо в него. Ага. Я даже себе сейчас челлендж устроил. Я все время бегал джанки, ну и просто тупо вот так вот попадал, что меня откидал. Я прям вот смотрю, он бежит, я такой... Ля, летящей походкой, я от него ухожу вот так вот носу ковыряюсь. Я не знаю, там, ну, сложно в него... Блять, вот сколько я играю, я еще в Вики был, но в меня еще ни разу рев не врезался. Ни на одном уровне сложности. Да я думаю, ботинки есть, скороходы. Прожму, бегу туда. Так ты просто так, быстрее зачем ты под него да? Бежишь? Ты же видишь, куда он бежит. Тебе надо смотрение, направление смотреть. Ты увидишь, что он бежит не в твою сторону, ты можешь просто остановиться. Да, народ гаваху, вот я просто, как вас нахуй машина не сбила за столько лет, это просто пиздец. Кстати говоря. Ты сказал, что не сбивал. Я согласен, посмотри налево, посмотри направо, он бежит в тебя или не в тебя, блядь, если в тебя, беги в сторону. Давайте попробовать шоколога 10 минут, типа, я не хочу ливать, давайте так тратить. Сейчас я бафа раздам, а чё? Почему-то висят частично каски. ДПСа ебать настолько много, что мы его, блядь, при двух ударах даже можем залить. Ну, это пиздец. Есть два способа, блядь. Либо ты смотришь на стенку и смотришь на черепок и бежишь от черепка, либо ты смотришь на босса, смотришь, куда он разгоняется и бежишь в сторону от того места, куда он бежит, блядь. Просто если вот такая проблема у вас, что вы, например, отлетели, и кто-то в вас тоже отлетел более большого фрейма, чем вы, ничего не видите. Вы, блядь, пока босс прыгает в центр,
отбегите на такое расстояние от других людей, чтобы вас откидывало отдельно от остальных. И все, и вы будете все отлично видеть. Кстати, да, обновляйте. Спасибо, что напомнил вам. Обновляйте фласки, обновляйте масло. На карте Local Man пингует. Вот эта фласка заканчивается. Я пингую на карту постоянно. Да все пингуют. Даже Адон пингует. Я говорю, сейчас вот этой фласки кончаются часовые, мы расходимся. Монки, покушай. Кона воет. Кона, выпей фласку. Идете в обычку тренироваться. Монки, покушай. Ну, по сути, да. Стартуй. Да бывает, что, ну просто три раза подряд так много. И я понимаю, что... Почему люди, которые попадаются под эту хуйню, они еще и спорят, что они не попадались? Просто, блядь, баллы им набить. Поймите, в чем проблема, и просто спокойно. Это шутка была. Здесь я не спорю, я попал. Все, успокойтесь, все. Поворот не туда. Пиздец. У вас так жопа сгорает, я угораю, я не могу, блядь. Да ты вообще заткнись. Уже 6 попыток потратили, полтора часа. То, что мы должны были убить с первого трая, в носу ковыряясь. Босс копеечный. Чтобы убить. У нас минимальный урон 7500, это много. Блин, я вообще пошутила, ну ладно. Бля, побухать забыл. Никто не напомнил. Ты один, панда. В смысле один? Нихуя я нас тут. Бразилец. Так, хорошо, вышли. Никто не умрите в огне. У нас каждый трай в огне люди дох. Сейчас снова полетит. Снова летит. Маги, маг, топ-маг. Блять. Маг, не в ту сторону бежишь. Ёбаный в рот, проснись. Ой, блять. Люба не помогает. Тихо. Вы стебаетесь. Заехали в Снобальд отметка. Все, сейчас играем в Снобальда в приоритет на все. Да, я сейчас заберу. Ребят, ну если я уже ору, то это вообще пиздец. Потому что я, блядь, спокойный человек. Танки, бей спину. Блядь, тише. Новый Снобаль сейчас полетит. Давайте скорее. Нового заехали. Ну шикарно, блядь, уже второй на мне. Давай. Что-то ты не дамажишь. Теряем, теряем ДПС. Кайфово. Да тут похуй на нем. Блять, его чтоб убить надо, точнее не убить надо, вообще обосраться. Я что не понимаю, что на аркан магии это возможно не видеть, что вокруг тебя, ты, блядь, даже на кнопочки не смотришь. Забирай джанки. Танк прохильте, Снобальда заехали. Джанки, ага, все, молодец. Ну и как обычно дотал, держи. Ну блять, какие телефоны сбрасываешь, потом договариваешь. Бывает, конечно, срочно. Ты не поиграешь и не поговоришь нормально, кто не купил. Сказал бы, ну там уже пул. Если бы тебя позвонили до пула, сказал бы. Ладно, добиваем. Пока без вайпов идем. Все. Не учитывайте 6. Ну имеется в виду без трупов. Рэнш, сейчас держите, чтобы поменьше людей в РДДС прилетит, кислота залетела, кислота. Угу. Огненную обдотали, чтобы меньше меня дамажить надо было. Поехали кислотную Геру. Ракрайт близко опять стоишь, ты может просто тупо... лужей лить. Рвота пошла, прожался. Сейчас плюнет. А, не сейчас, еще. Еще 10%. Готовьтесь, хил еще будет плевать. Можно у меня, блядина? Нихуя там милика. Смотри, там очень много милик нужно так разбросить. Я понял. Тихонечку ударь. Милики, стойте там, блядь, дамажьте, рвота. Прячется, похуй. Смотри, сейчас прячется. Блять, двигим. Поднимаю. ПР по пенихимия Катя, по Есенпалу, Аркрай. Блять, меня сейчас меня сожрет.
Дамажим, слот не добиваем, разбегаемся. Быстрее добиваем. Раньше там убирайте раньше. Меня сейчас огненная съест. Блять, ну вы что, не можете удержать ебаную. Не могу. Может, бегу пока до нее. Как она лох убила, если, блядь, на пулы должны, во-первых, там ты добавить? Его знаю. Ебать залетел, я же сказал, добьем, рендж наберите. Нет, нахуй, все встали в одну метку. Падайте, блядь. Чё за хуйня? Милики все полутали. В лужу в зеленую идите. Локал, ты обдотал, что ли, огненную, что она тебя начал дамажить? Да не трогал я эту огненную вообще. Ну что, я прожал таунт и бегу до нее, как бы у меня второй таунт в КД. Блять, ну я хуй знаю. Я не знаю, я же, ребят, я Эридар, я блинканусь к миликам, я вас разморожу, стойте, бейте до талого. Вы лезете ко мне и дохнете в луже. Нахуй вам, вы подходите в упор к луже, она растекается все больше и больше. Вы встаете, блядь, на край, замерзаете и дохнете в луже. Вон, блядь, скелет лежит по центру. Поставьте кто-нибудь. Нет, смысл вообще бежать, я вам еще раз убедите. Да. 18 минут. Я вот стоял просто, потом хлоп, меня разморозили, я пошел дальше бить. Не, вы типа максимум передвинулись в левую сторону босса, чтобы ближе. А похуй, я блинкуюсь в мильзону. Я смотрю, на кого кидается, блинкуюсь в ту сторону. Если это РДД, я блинкуюсь в РДД. Женя, кого в Дискорд зашел? Буджуалику, православный. Милишники не понимают, что им нужно стоять просто всем вместе. Они почему-то начинают разбегаться. И еще больше проблем создают. Пока бьете кислотную, вы стоите кучно. Когда вам говорят, разбежались, вы разбежались друг от дружки, переждали, видели брызги. Я кого беру, окей. Давай, давай, базарня. Ну, я кого-то меняю, да. Ну, ДПС у тебя нормальный первый тролль, просто поменьше нужно это свакать. Согласен, согласен. ДПС уже нормально, лучше, чем когда мы в АК-10 ходили, там он давал, сейчас хорошо. Все когда-то учатся, блядь. Шкаф! У нас, по идее, на Ирдру, на ДЦ вообще должно быть 0 стаков на огне. Они постоянно же на ходу идут, бегут. Кого кушай, пробафуйте. Я буду стрим смотреть издалека. Вот. Рыбка рядом кого сразу, пока она не исчезла. Ты что, ИВК, что ли? Нифига, да. Что там есть. Да, это ИВК, давай, Кво. Ласку, БКшную, пожалуйста, Кво. Сейчас сделаем. Смотри, брат, тебе 3 стреба включили. Брат здесь вообще-то дамажит. Размутываем. Ой, первый тролль, извиняюсь. Так. Ох, ёб твою мать, я стол сломал. Дайте пристабав повару. Пристабав лапку. Так. Вот, и там пока мучаешься, тебе микрофон выключил. Киньте мут ему. Я кинул. Спокойно, все. Попозже включу его. Кво, будешь готов? Плюсик кинь, чатик. Я тебя размутаю, как плюсик кинь. Бля, у меня бухла хуйня осталась. Есть у кого-нибудь? Может поделиться следом? Чё, как? Все, чё, запускай. Ну, заебись. Ладно, плохо. Чуть-чуть у меня есть. Фу, блядь. О, спасибо. Что, две, говоришь, на обахнуть? На весь бой хватит. Что там тебе дали? Бать, все, мне пизда. А, сера сульфурона. Не, сейчас компьютер нахуй выключится. Сам набухаешься в реале. Да, у меня жизнь стала, это не по себе. Собрались, разъебали, как нехуй петь. Ай, бля. Кто не дамажит, тот лох.
Кто не дамажит, тот лутает шмотки. Да, обычно так и бывает. Все равно не дамажит. Я, например, да? Снобаль сейчас упадет. Да, в Мелизоне сыграли. Шепард, Шепард. Мелизону залили. Хожу, у вас не умер в огне. Стал. Не умер еще, хильте его, хильте. Шо его похоронили? Ну, стал. Хорошо. Мозбаф дайте. Затаунтил, затаунтил, забрал. Коны залили. Бля, я вообще ноль стаков поймал с огня, вы понимаете? Уровень. Я, ты просто двигаться умеешь? Да просто я вижу, что он меня летит на фузоране, убегает. Не всегда получается, но все же. Снобальд новый сейчас полетит. Данки, как только с тебя стаки слетают, забираешь. Снобальд. Так и слетели. Ага. Новый летит, добейте. Снобальда сыграли. Блин, где ты, ёбаный? Я дал уже все. Я у меня на тап не переключал. Ой, неужели? А, ну все равно хожу по уму. Хожу каску хотя бы, говорят, да? Я дал ему уж, как только он стал. Коса. Боб дал. Рэнш набрали. Задотываем огненную, потом кислотную. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали, кислотную. Геру дали. Работа. Прогнался. Хилы готовьте, сейчас полетит. Что, блин, полетел. Хожу, Лекса. Вижу. Двигайтесь на моменталку влево. Не только на моменталку. Понимаете, что это на шоке, это на щите. Все, убежал. Да, два человека там, отойдите. Поехали, добиваем и разбегаемся. Быстрее, быстрее добиваем. И рэндж, все держат рэндж. Идем бить огненно, но рэндж держим, не забываем про него. Ждем, пока плюнет, неважно, через 10 секунд, блядь, через 15 плюнет. Лучше, я жду, никто не умрет. Брызги, море пива. Ебать! Ебать, ну говорю нахуй, держите рэндж. Все, сука, через центр побежали. Вы нормальные, адекватные? Нет, заходите в лужу, умирайте, блядь. Стойте, блядь, значит, где-то в очке там, блядь, в РДД-зоне, не дамажьте. Ждите, блядь, этого ёбаного брызга. Сколько, сука, каждый ёбаный трай мы умираем на этой хуйне. Каждый. И вы каждый трай думаете, ну, в меня не плюнет. Я пробегу. И не пробегаете, блядь. Вас ничему жизнь не учит? Пол рейда тупо словила. Я даже заранее говорят. Напишите себе ёбаный рэндж 10. У меня стоит рэндж 10, вокруг меня никого нет. В лужу забегите. Хуй его знает, как еще было идеально, блядь. Кинулась лужа, это, блядь, токсин, но всего на двоих. Понимаете, если будете вы стоять друг друга от рэнджа, кидается в одного человека огонь. В одного, блядь. Не в 10, блядь, не в 15, нахуй, а в одного. И этот один, если это милик, выходит, курит бамбук, не дамажит, зато все остальные дамажат, все, кроме одного. Ему ноль претензий будет, что он, блядь, просто тупо засейвил весь рейд. Аккуратно, невидимая лужа. Да, лужи нету, она есть. Ебать. Бля, зашел к Монки на стрим, кайфанул. Давай лучше, да ёбаный. Да тут лужа, да? Блядь. Вы заходите и сразу налево.
А, уже даже можете не заходить, блядь. Да нет, заходите, заходите резко по стене, либо налево, либо направо. Похуй, я буду умирать, мне похуй. Все кончилось. Там, если у кого-то хламобот есть или джипс, поставьте. 9 минут. Сука, в лыжи внутри за танк оставишь, хп позволят выдержать. Да, с рыбы уйдите. Все, спасибо, спасибо. Подгон защиты. С рыбы уйдите. Плюс 50 к роллу, ибо. Я хуй его знаю. Блять, так сложно разбежаться. Бля, ну вы же как-то груля закрывали, ребят. Там то же самое, рейндж 10. Набрали, стоите. А чё это? Блядь, Т4 бы заебись там помогло нахуй. Ну хотя бы это убить, один хрен КД полутал. Мы так будем ебанить, я перестану ставить ВК-25. Оно несложное, по урону мы его изи проходим, но люди не учатся. Да, я буду ходить кару гер с ребятами, которые слушают, и все. Да сам... Только, блядь, некоторых из них ВК-25 надо одевать. Ну, ничего мы. Блять, оденемся рано или поздно в карьер. Нахуй нам тут ебаться время тратить. Ну вот мне, например, в ВК-25 надо одеваться. Это мои Т9.3 в ВК-10 ничего не заменит. Гер. Т10 потом выйдет и все. Ну это когда оно выйдет? Все, не ори, не кричи. Я не кричу. Ты очень шумный. Да, все, тихо. Натуре. Давай, давай. Как обычно, ебала на ноль женщина. А то сейчас всеку. Сейчас я могу ему мут выдать, в принципе. Дайте мне роль, я ее выкину нахуй сюда. Едой, да, это как... Нет, я ему в Дискорде могу мут сделать. Надо, чтобы Коноп вам поверили. Который просто орет, как неадекватно. Да. Я такого обычно просто мут кидаю. Обычно это все РЛ. Ну, почти, я не знаю, 95% таких РЛ. Нахуй такого быдла. Не могут ничего объяснить, просто орут. Я вам рэпчик потом скину между трай. Я просто ничего сверхъестественного от вас не прошу. Меня нужно что-то поиграть из-за того, что очевидные вещи. Я вам прошу сделать, вы не делаете. Охуели. Да, сука. Милик, залетайте. Мак. Бля, в милизоне бомба, отходим. Отводим, отводим. Ой, его. Чё как так, нахуй? А это бразилец, косикобор. Он умер. Не надо бэрить, я резко сам потом. Снова боком, боком его поставь, чтобы у них под жопой не было огня. Да-да-да. Как так получилось, что бразилец что-то сделал? А он подошел ловушку ставить. Ну, не повезло. Ляс так полутал. Снобальд вывалился, да можно? Да, блядь. Забрал. А, блядь, у меня тоже откуда-то один стак. Забери обратно, пока стак не полутал. Хорош, хорош. Все, держи, сейчас у меня стак слетит, чтоб я потом это хуя не налутал. Все, я забрал. Танкую. Снобальд полетел, потом Снобальда собираем. Нахуй мы ебемся с тимовой эдваром, когда люди не хотят первого босса убивать. Ну, рано или поздно люди... Снобальда, маг или кто-то. Чё ждем? Я это не должен линковать. Он станет просто. Забирай, забирай, забирай. Он косты режет снова. И станет. Куда? Стой под жопу. Под жопу встань и стой. Всё, всё. Возвращайся на место. Удар по темени. Видел, я кинул слово тьмы смерть Снобальда, его убили. Маг вернулся в свою позицию, слово тьмы смерть залетело, полетело, ну, за ним. То бишь целенаправленно на место, где был Снобальд. Странная механика. Деснуть кона не забудь. Да, да, все. Боб дал. Смотрим рейндж. Рейндж 10 себе написали. Пробафайте кона. Пожалуйста. Прошу вас, ребята.
Ставь мне ее. Кислород навливаться. Поехали, Геру. Типа не дай, ты иди чуть-чуть левее. Бо. Вот, а пошла. Ебать, все милишники. А гимн нажми. Пусть стоят. Войт. Ага, все, прохиливать. Бля, надо хочет скоро спрячется. Да я готов, блядь. Еще второй гимн. О, бля, еще одна. Он прыгнул, убили, он бараш. Жмите, что-то. Что-то разворачиваешь, что ли? Да, бегу. Кого успел, того успел. Хорош, добиваем. Блять, очень мало ДПС внесли. Блять, Степанида умерла, я не успел загреть. Все, дамажу. Могу повернуть. Дверь. Ща. Бля, меня похитили. Держите, блядь. Все разбежались, набрали рейндж. Кент, на тебе. Кент. Держись, где-то в очке. Прохиливайте, есть там? У меня ревностный прокнул. А, понял. Пчелы, ну вы все живые, ну ёба. Дай БРР край. Подаван, в тебя кастуй, прожмись. Блять, ну вы чё. Монки, так я из-за там у тебя специально. Есть смысл вставать? Нету. Это вайп. Вайп. Уже, а блядь, там... нормальный огонь. У нас все хилы живы, все ДДшники живы. Там был можем... такой момент, что Степанида был мертвый, и сдох Анзай, и потом он заюзал перерождение, и в этот момент сдох Тераторг. Ну, есть... меня прохилил только один раз. А я в этот момент бейрила. Да, а я бейрила в этот момент. Все заняты были в этот момент. Жду этот БР на болтанка поднять. Я тебя более-менее подняла, я думала, тебя Анзай прохилит, а он, когда я уже бейрила, он умер. В лужу заходил. И там просто скидывать было. Под боссом новая сейчас появилась. Моменталка что ли в КД, ну, чтобы бэрить моменталку? Вон маленькая лужа появилась, это исчезло. У меня нет моменталки на ярдру. У, блядь, все, я с тобой даже разговаривать не хочу. Чего у нас с ДПСом? Мы сейчас настолько медленно заливали червя, что он опять второй раз плюет. У нас, когда не хватает ДПС, он второй раз плюет. А милики? Потому что милики все заморожены. Да, когда милики заморожены, то очко. Че, блядь? Че там умрет-то? Да мне бой висит. Я заебался, давайте последний трай делаем и расходимся. Все. Какой последний? Еще полчаса фласка. Еще, блядь, роботом. Ну я это, если устали, я поэрелю потом еще полчаса. Давай. Если это, если не захочешь ставить, там скажи в DC. Ребят, минута до Дживса. И ВК я имею в виду, если не захочешь ставить, я поставлю. Походим, хоть кто будет с пугов, там все равно. Танки ты ливаешь или что? Давай один трай, последний уже. О, нет. Давай я в танка спекнусь, похуй. Тогда найдем. Ты заебался. Я заебался. Ну, давай ласт трай. Да, все равно ласт трай. Все, люди уже устали. А че ласт трай? Фласка-то 40 минут еще, блядь. Понятно, что? Ну что, джанки уходят, подаван спекнется в танк. Чего вы, блядь? Деды в боту доберем. Бафайтесь. Ну. Да починиться надо. Там если подожди подаван сейчас. Танка спекнется, разницы не будет. У него айсбаунт. 30 секунд. Бля, айсбаунт не спасет, если у тебя, блядь, в 10 милишников попадают брызги. Похуй, там айсбаунт, массакра. Ну, он на прожимает, гораздо легче. Ты даже каждому, блядь, по зубам въебешь, и один хуй все сдохнут. 10 секунд. 15 секунд. Сипонида в долгане. Поставьте шкаф. Джанки тут. Может там кто-то на замене есть, блядь? Да, кроме Владюхи нет уже никого. Уже перебрали. Поставила джипс. Чините, кому нужно. Блядь, 58 голд на починку. А чё ты джанки ластрай, по какой причине? Заебался. Чё заебался? Да у него постоянно это просыпается. В смысле? Он в рейде, а потом резко, ну мне идти надо. Не надо такую хуйню, давайте, блядь. Два часа это еще не игра, нахуй. Люди по 8 часов траят, нахуй, на офи, блядь. Ой. И вообще не, некоторые сутки. Это уже не люди. Корейцы это вообще сутками. Три сутки, двое суток играют, нахуй. Так что давайте. Поверка на внимательность. Похожи все на корейцев-то. Ну, узколазые, ну. Топ-пак, ну смотри, хочешь пейп? Да, встань со своей бомбочкой. Ну, сейчас убьем, а у тебя не выпито.
Ну так если ты не заебываться приходишь, так не ходи в героические. Нет, я согласен. Ну, народ тупит, типа, он не совершает. Ну, есть ошибки, но такие незначительные. Он сидит и из-за них время тратит. Не, ну как, в него ни разу рев не врезался. Я попросил затарить, ну, Джанки, ноль претензий. Я согласен, то, что он заебывается по вине других людей. Так он не один такой, тут много людей, тут человек 15 нет. Нормально играет. Да, согласен. У меня еще курить кончилось. Я тебя сочувствую, чувак. Вот это я согласен, давайте уроди. Тихо сгоняет на сигареты. Не согласен, блядь, терпи. Не, я себе блок на Новый год взял, так что мне похуй. Ну вообще, я тебе блокарю пиздила, брала его. Ты чё, блядь, взял? Милики, заехали. Топ-пак, выйди! Подаван, три стака налутал. Ебал. Зелёнку въеби, подаван. Зай. Два, поехали, Смобль. На ханте, Смобль, быстрее заливайте. Анту дамажить надо. Джанки сейчас забираю, последний стак новый. Хотя похуй, давай заберу. Иди, иди. Он Зай умер. Да, блин. Ну, ему ваншот, он до этого стак лутанул, он сейчас прилетел. Не вставай, есть или нет? Ничего страшного, здесь... Шо, я тебе песну и дам гимн на ману. И тебе даст... Старпрайт этот... Озарение. Снобль, да поехали? Джанки твои, ага, красавчик. Красивый эти там. На холипаре, Снобль, быстрее залили. Зря ты бабл отдал. А может быть и не зря, Анзай, нет. Все, Джанки, держи Деталова. Будет огонь и лутай, отлично. Снобль, мили-зона. Ясен пал, мили-зона. Отлично, босса добили. Джанки подымите. Подумал, да. Хорошо. Боб дал. Бля, где он, Зай? Не успею, походу. Да успеешь, нормально. Да, подожди. Дай ему сразу зарение. Блядь, им сделал. Геру. Все, поехали. Чуть-чуть проебали, там не было. Вот пошла. Ржался. Блять. Ой, ебать, тебе опять милики нахуй. Милики, стоите дальше дамажить. Есть. О, ну, уже, пожалуйста. Давай, блядь, второй раз я пошел. Рвота. Второй раз, ебать, плюнул, шли. Рвота сейчас пойдет. Рвота пошла. И в РДД локал есть, локал поближе к миликам. Я к Валере подошел. Ебать, народ. На хп сдал. Оба бэрл. Пиздец. Да еще и хп надо. Ложитесь еще. Да, падаем. Да нет, пиздец, падаем. Я уже молчу. Че, кто хочет порыть? Порыть, я посижу по домашку. Посмотрю, понюхаю. Мне похуй, я заебался. Не, я хожу во сне, сиди. Давай посмотрим. Ну, кроме Владюхи, не помню никого, нет?
Нет, сейчас. Вот, нет, вот. Еще сейчас полчаса и думаю. Войт. Сейчас будет ругать. Типа не доливнул, полипал. А он вот тоже ушел. Он написал. Да, он здесь. Да, он здесь. Матник. Заебись, сходили, посмотрели на боссов. Понюхали, понюхали. Прикольный парадокс, что практически фул гирейт не может пройти нормально. А пуги могут. Вот это, конечно, нонсенс. Да, при чем тут сэкзальт это? Бывают пуги, которые, просто, которые просто понимают, что им говорят делать. А есть такие дети, которые не слушают и не понимают. Либо слушают и мимо ушей пускают. Дефолту, допустим, если... Если какой-то чел идет, допустим, с вами в ВК-25,